Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все твои мечты и желания сбудутся! Всем здарова, ребятки, с вами по-прежнему Верфони и Бобби, и добро пожаловать в игрушку под названием Who is your daddy? Всем хова, амигос! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребятки, мы продолжаем играть в этой увлекательной игрушке, продолжаем шкодничать, продолжаем доставать нашего папочку и продолжаем делать всевозможные глупости. Мы надеемся, что видосик вам понравится, смело ставьте лайкусик, если не успели поставить за 3 секунды, вторая попытка, заранее вам огромное спасибо. Ну что ж, ребятки, наш челлендж на звание «Самый худший ребенок в мире» продолжается, но сегодня мы попробуем поделать кое-что интересное. Сегодня мы попробуем поискать смертельные и опасные нычки. У нас будут прятки на выживание от опасного папаши. Первый папочка у нас сегодня Бобби. Ну а мы с моим братишкой Андрюхой сейчас будем наводить суету, да, братанчик? Да, бро, давай только сейчас я это накачу. Опа, ну-ка пей-пей. Ну как и оно? И погнали наводить суету. Так, Бобянчик, иди-ка отвернись, блин, вставай-ка к двери лицом, и мы пойдем попробуем найти себе какие-нибудь нычки, хорошо? Давай, малый, быстрей ток. Только не подглядывай, Бобби. Ага. Кто будет подглядывать, Бобян, тот будет, блин, потом это, блин, понял, да? Да-да-да. Так, Андрюх, я, кажется, нашел себе нычку. Где-где? Все, братуха, я сныкался. Топовая. Понял, да? Вот, смотри, что я могу делать. Е-бой, вот это кайф. Так, Андрюха, иди тоже куда-нибудь сныкайся. Я скныкался. Все, так останемся? Да, 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 да. Ты уверен, Андрюха? Ну ладно, могу переныкаться, тебе есть какая-то идея. Ну куда хочешь, туда и ныкайся, Андрей, я-то при чем, блин? Давай быстрее только. Я нашел. О, топово, 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 Андрюха, топово. Сейчас только это. Погоди, это не закрывается. О, все, Бобянчик, выходи, давай, да-да-да. Я уже тут, реально. Ага, шо, мы спрятались. Шо, выйди. А мы сныкались, братуха. Уходит, смотри, не может найти. Ребятки, батя лазает по всем ящикам, блин. Шо ты там? Оп, здорово. Пошел вон отсюда. Андрюха, так, тихо, меня только не пали, братан. Бобби! Да ладно, мы с тобой заодно. Скажи, где я дам тебе конфетку. Не-не-не, Андрюха, не пали, не смей, Андрей, не смей рассказывать всех секретов. Нельзя, Андрюха, не надо. Да у меня у самого конфета есть. Тихо-тихо, Андрюха, тихо, он не найдет меня. Бобис, у нас смертельно опасные нычки. Я напоминаю, что я могу здесь задохнуться, а скоро ребенок умрет. В смысле? Я буду мешать ему тебя искать, братан. Что ты делаешь? Мешай, мешай, Андрюха, мешай, мешай. Уйди. Бобби, я на кухне. Да я понял, что не на, в зале. Ну, а что ты ушел? В зале. Мало ли ты тут, блин, в зале. Не-не-не, Бобби. Я его не пускаю. Иди сюда, иди сюда. Бобби, ты реально не понял, где я до сих пор еще? Зачем бутылку забрал? Нигде. Нигде. Кто здесь? Спалили! Нет, друзья, спалил Бобян меня. Ладно, все, Андрюха, предлагаю тогда за это умереть, блин, и выиграть. Да, да, так и сделаем. Наводить, вытащите парни меня из банки этой, из мусорки, на, блин. Блин. А я буду пить, бать, энергетики всякие. Что ты там будешь пить? Не трожь меня. Ребятки, это реально смертельные прятки в Who is your daddy, и мы реально наводим жесткую суету с Андрюхой. Андрей, давай курицу поедим сырую. Давай, давай, сейчас, давай лучше ее приготовим, а. Ну давай, слышишь, погнали. На. Давай ее приготовим. Предлагаю сначала смочить ее в воде. А я предлагаю закинуть ее на сковородку, блин, туда. О, нифига, блин. Опа! Погнали готовить курицу! Зажигай, кто парни! Кто воду отключил, блин, включил? Я ее включил. Зажигайте кастрюлю, зажигай, Андрюха. Ай, Ярик, тонем! Туши, туши воду! Воду, ну выключите ее! Выключай! Я что-то взорвал. А что ты сделал? Мы все сдохли. Я что-то взорвал, и мы выиграли. Нифига. Офигенно. Итак, ребятки, мы продолжаем издеваться над Бобисом, над нашим папашей. И все-таки я предлагаю пожарить парни курицу. Это реально, блин, прикольно будет. Главное, Андрюха, не умереть в этот раз, когда я там что-то нажал, и мы все умерли, блин. Фиговый себе повар, братан. Почему это? Включайте комфорочки все. Ща, я не могу. Давай, давай, смотри. Она лежит прям четко, блин, сейчас поджарится. Другую. Где эта комфорка, блин? Последняя, во. Все, смотри, жарится. О, жареная курочка! Офигеть! Офигеть! Главное не пережарить, парни! Вот смотри, на меня похоже! Она сгорела!
курица сгорела. Ну и что, как тебе съесть? О, какой кайф, Бобби, ты меня лечи, иначе я умру, я пойду спрячусь. Давай яблочко возьми. Не-не-не, я пойду спрячусь, ребят, он меня не найдет, и я умру. Я спрятался, все, Бобби, пока. Ты меня накормил, зачем? Здорово. Бобби, ищи, где спрятался сыночек, ищи, так ищи. Я тебя нашел, Вась. Ну и что, так я же умру сейчас. Я батарейками сейчас накормлю. Так, Бобян, ты наоборот меня лечить должен. Я не знаю, где тут чем лечить. Бобби, я сейчас умру. Бобян, твой сын умирает. Я тебя сейчас похороню с почестями, иди сюда, брат. Это все, ребят, я умираю, Бобби плохой отец. Я могу мылом накормить и все. Я худший ребенок, ребят, а Бобян худший отец. О, смотри, ты под мылом. Я худший ребенок в мире. Он меня вылечил. Я вылечил. Слышишь? Ты зачем это сделал? Так, он меня почти убил, по а потом будет. Вылечил. На, Андрюха! Ты без это! Да блин! Блин, ты представляешь, какой он красюк, а? В натуре, подлец, ты уже думал, что сейчас это все сдохнешь, а на самом деле нифига. Ты, блин. Да, я думал, мы выиграем сейчас, Андрюха. Слышь, Андрей! Да блин, меня сковородка бьет. Блин, я хотел взять вейп, не получилось, блин. Да бери, бери, вейп. Давай батю вырубим, короче, и сдохнем, Андрюха. Он меня накормил, а теперь шрек. Блин, он меня тоже накормил. Ешь блин, чем он нас накормил, братан? Я не знаю, мы умираем. Пойдем сныкаемся и умрем, Андрей. У нас прятки же, блин, hide and seek. Давай, я отвернулся. Отворачивайся. А мы даже до нычки не дойдем, мы умрем быстрее, Андрюх. Натуре, слушай, меня натуре залепило. Андрюха, я умираю, у нас худший батя, а мы худшие дети. Все, Андрюха. Чем он нас хоть накормил, брат? Говном. Все, Андрюха, умираем. Братская могила, друзья. Все, мы победили второй раз. Бобянчик, ты сегодня проигрываешь. Ну, ничего страшного. Ну что, Андрюх, погнали поскорее сныкаемся от Димана этого самого, от бати, блин. Давай, смотри, у нас батя какой-то недалекий. Это в смысле недалекий? Вы что, офигели, блин? Ты себя видел? Шо? Давайте так же, друзья, пускай пацанчики попробуют найти нычки, но, парни, ищите не просто нычки, а смертельно опасные, чтобы я вас нашел и спас. А я отвернулся, ребят. У нас какая-то сегодня серия с прятками, друзья, получается, прям угарчик. Какая-то непонятная серия, если честно. Очень угарная, реально с прятками. И, парни, я напоминаю, у нас вообще-то челлендж за звание, за титул самый худший ребенок в мире, поэтому давайте нашкодничать не максимально. Да, сейчас, погоди, Бобби, давай посади меня. А я вас спасу. Ну что, готовы? Да, готовы. Все, да? Так, ребятки, я вышел на поиски своих детишек, я сейчас их найду, накормлю говном. Ой, не надо. Что, да, а как вы хотели, ребятня, блин, в сказку попали, что ли? Так, а вы, парни, на кухне или в кухне, или где? Да, мы самые смертельные нычки. Мы и там, и там. Может, вы в холодильнике, блин, хотели сказать? Ну, может. Серьезно вы в холодильнике? Ну, да. Опа, я сейчас тут напьюсь. Смотри, там куски курицы. В смысле куски? Чё ты наврал? Кусков курицы нет, это стейки. Вы не в кухне. Короче, Андрюха в начале. Я вас нашел. Это что такое говоришь? Нет. Парни, здорово. Куда тут собрались? Мыло. А вы что, Бобби, все? Ешь. Вы отравились? Давай, мыло. Так, ребят, операция спасения детей. Поехали. Поехали. Бобян, ты где под мылом? Ты допрокинулся. Бобянчик. Да, сейчас. Ты мыло похавал? Андрюх, больше мыла, давай. Я похавал мыло, два куска съел. Серьезно? Да. А ну иди сюда. Блин. Ты зачем его вылечил? О, я пойду тогда курицу а есть. А ты что, хотел Бобян умереть, что ли? Нет. Да, я не хочу с тобой жить. А что я маме скажу, если ты умрешь? Да ее нету. Так, идите ныкать. А кто зеленый тут? А, это Андрюха, блин. Я в смысле зеленый? Я не зеленый. Он тебя обосрется. Так, куда? Холодильник закрываем и не лезем. Все. А что это такое съел? Не пройдете. А я сейчас цветы съем. Давай, Бобби, я его вылазил. Открывай холодильник. Нет, я не дам вам съесть гадость. Я какую-то гадость съел. Ребята, ну что делать с этими, блин, а? Ну, зеленое мясо, Андрюха. Иди, дай сюда, блин. Отдай мне на базу. Майору. Ты сын сохранился. Вы. Меня холодильником придавило. Ты, блин, сейчас, ты встыкался, что ли, там? Я заморозил. Нет, пожалуйста, сынок, разморозься. Сынок, он зеленый Шрек. Бобби, я летаю. Бобби, на, попей. Я сейчас цветок съем. На, попей. Я, блин, я не могу. На, яйцо поешь. Ну я что отравился, я все. Ты умер? Да. Я не спас сына. Ребята, какой ну хоть... Какой ты фиговый батя. А может, Андрюху можно спасти? Блин, Андрюха, блин, не это. Все, Бобби, ты реально умер? Угу. Капец, друзья. Бобян откинулся и вкинулся. Ну давай я тебя тогда пожарю, Андрюха. Нет, ты че? А яйцо не хочешь? Яйцо.
А, опа, я об тебя яйцо разбил. А что ты это сделал? А водички не хочешь, Андрюх? Мне нужно какой-нибудь фрукт, иначе я сдохну, бать, ищи получше. На, воды, на. Давай. Да как мне тебе, на? А ты что, меня накормил, мне еще хуже стало. Еще хуже? В смысле? А водой тебе нельзя? Ice Tube Baby какой-то, это лед. Ice Tube. Так, блин, яйца. Вон фрукт, иди, дай я тебе сейчас покормлю. И не умрешь. Давай, давай. Ты будешь жить, малой. Фух. Андрюха живет, блин, ребят, все нормально. Я сейчас найду способ поинтереснее умереть, бать. Ага, какой это вообще-то? Сейчас узнаю. Одна минута осталась. А что это такое, ребят? Что это я тут нашел? Опа! А это фонарик! Малой! Какой фонарик? Тут вообще-то, походу, можно как-то свет электричества выключить. Тут фонарик. Ну вот такой можешь съесть его или что, на, похавай. Да я лучше реагентов попью всяких. Ты чего? О-о-о, пошел, пошел процесс. Так, так, ребят, я его сейчас печеньями попробую исцелить, блин. Так, так, они так. Делают только хуже, нет, кстати. Нет, нормально они делают. Андрюх, хавай. Они Давай. Делают только хуже, отойди от меня, я спрятался. Я не могу тебе... О, фрукт, все, я забрал. Ешь! Ай, дай фрукт! На! Ты что наделал? Я его вылечу, друзья, он у меня не умрет сегодня, не Иди в мою сюда, смену. Иди сюда, я сейчас сожгусь. Нет, не да, сожжешься, нет, нет, я все выключу. Нет! Чай, пей! Нет, все выключу, пей, друзья. 14 секунд, нет! Все, на микроволновку. Ладно, гори, не успеешь. Я успею. Это нечестно. Все, Надя горчицей. Я выиграл, друзья. Фух, я нашел их смертельную нычку и выжил Андрюха. Ты импостер. Смотрите, у меня дети есть. Бабян, вот это самый настоящий отсталый батя. В смысле отсталый? Смотри, как он дурак, блин. В смысле? Друзья, нам нужно вводить новый челлендж на самого отсталого батю, и Андрюха выиграет. Я считаю, у него самое первое, блин. Так, отворачивайся, мы ищем смертельные нычки. Иди, отворачивайся. Банан, апельсин возьму ща. Иди, отвернись уже, пожалуйста. Иду, иду, пока все. Бабян, у меня есть тактика, иди за мной. А подожди, а может сюда, слышишь? Нет, 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 Бобби, туда не залезть. Иди сюда, ты сейчас съешь это просто, иди сюда. Ты не залезешь, Бобби. Блин, жалко. Смотри, смотри, куда надо. Смотри. Бабян. А, открой, стой, открой ее. Как, а, да, да, вот сюда. Опа, открыл, все. Бабян, ага. Открылся, сейчас, да? Сейчас, сейчас, залезу. Нормально, открыл? Давай, давай, давай. Да, почти. Открывай, открывай, давай, давай. Открывай, открывай. Оп, на базе. Все, все, не-не-не, ты открыл, Бобби. Не, я открыл. А ты точно? А я тебя не вижу. Да, вот он я. Где? Да вот. А где? Сзади. Чё? Ты чё? Как это? У тебя, может, проблемы с глазами? А, вот, ты появился, Бобби, все, иди сюда, все, мы готовы. Да нет, что-то подлагало, я не увидел. Ага, ну все, батя, мы сныкались, мы в опасной нычке, спасай нас. Так, где вы, мои дети, я не понимаю. Может быть, вы в аквариуме? Да, мы в аквариуме, да. О, здесь дверь открывается. О, нифига, а, Андрюх, мы в другой комнате. Вы ребёнок, это, вы, это, как, обезьяны, да. Не надо, Бобби, нафиг ты туда пошёл. Тихо, 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 тихо. Тихо, блин, что ты, Бобби? Прыгай ко мне. Ну ладно, давай. Блин. Бобби, я что-то навернулся, блин. Ё-моё. Да нигде, я к тебе, Бобби, все, привет. А как так? Ну вот так, Бобян, там можно залететь. Так, у меня в руках базука, если вы здесь, выходите. Опа, а вот и мы, нашел он нас, интересно. А где вы? Не знаю. Да вот, увидел, увидел. Что? Я сейчас буду стрелять. А как ты нас достанешь, блин? Вот так вот. Ну давай. А пусть попробует, ребят, попасть у нас вот так чем-нибудь. Ай, мне в мечом попало. Конечно, нифига. Спускайтесь оттуда, ребятня! Не-не-не, Бобян, не надо. Ты что, меня толкаешь, Бобис, или что? Андрюх, ну придется прыгать, чтобы нас достать. Зачем мне это делать, если могу просто взять подымить вейпом? Вот зачем? О, я тоже. Батя, отдал, это мой! Батя, дай сюда, блин! Не пофиг, я парю, где хочу, мне. Он его съел! Он съел вейп! Слышишь? Ну ладно, пойдем запылесосимся, Бобян! Пойдем. Он нашел нашу смертельную нычку, мы будем пылесоситься. Битва пылесосов! Битва с батей на пылесосах. Понятно. Ты накормил им, да? Ты мне его вставил. Зато батя осветлился, слышишь? Батя, а где ты, Бобис? Святой сын, отец. На тебе, блин, утюгом. Пойдем в кухню, Бобян, и там стыкаемся. Давай, 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 где батя? Но он вон там в углу лежит. У вас не получится. Бежим, Бобис, бежим, все у нас получится. Давай, слышишь, подожжем что-нибудь. Давай, давай. А бензин взял? Бензин? О, у меня есть... Тихо, где бензин? Я заберу этот бензин.
бате кинем прям в голову. Я ему прям попу кинул. Бать, налей бензинчика, а? О! Я писаю. Молодец, молодец, бать, бать, молодец. Давай, давай, хорош, бать. А-а-а, что вы наделали так быстро? Где мог я включить? Включай воду, включай воду. Да какая воду? Я сейчас потушу вас, все. Бобян, надо включить воду, Бобян. А вы не пройдете. Надо все затопить, Бобби. Одна минута, Бобби. У меня минута, а вы еще опа живы. Бобис, топим! Включай воду! Бобис, включай воду, пожалуйста, включай воду, пожалуйста. Все получится. Смотри. Все нормально, Бобян. Не, я мыло наелся сейчас. Я молотком запинал. Я еще всего печенье поел. Вы не пройдете. Все, давай. Ты чем накормил, так тебя пилюли. Тарелкой. Боже мой. Бобян, надо убирать. У меня сейчас дети умрут. Я пойду мяться. Я пилюли украл у него. Все, тонем. Тонем, еще и горим. Пахаем. Давай, Бобис, убираем. Ой, я тут утону. Умираем. Дети, зачем мы их вообще надо завел? Надо умирать, Бобян. Хавай тарелки, ешь все, я тону, воздуха не хватает. Умираем, Бобби. Я сам утонул, кстати. Бобби, 13 секунд! Блин, 10! Не получится! Ну! Я умираю! Я не могу выплыть, я не могу потушиться! Ты умер, Бобби? Да. Нет! Умирай! Почему? Да! Одна секунда! На последней секунде, друзья, мы выиграли на последний, Бобби. Красава, брат. Е, бой. Боже мой. Бабан, вот это братская командная работа, братик. Мы выиграли. Ну что ж, ребятки, а на этом наш увлекательный видосик заканчивается. И мы надеемся, что такой дугарчик вам понравился. Пишите в комментариях, что нам еще позаписывать в Who is your daddy, какие тематики. А также пишите, какие другие игры угарные или страшные записать. И мы обязательно это все сделаем. Ну а с вами сегодня были Overfon и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем баю-бай, дорогие друзья! Адес, чуваки!